Так, і до нашої студії вже завітав Віктор Димов, інструктор зі скандинавської ходьби. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Дякую, що завітали. Я хочу зазначити, що ви сертифікований інструктор української школи оздоровчої скандинавської ходьби, захоплюєтеся греблею, футболом, тобто така всебічна людина, але сьогодні будемо говорити про скандинавську ходьбу. І Таня зазначила, що це спорт, але чи спорт це чи ні, безумовно, будемо з'ясовувати. Отож, перше питання до вас, воно буде абсолютно логічне, що це таке і в чому суть скандинавської ходьби, або її ще називають нордичною. Це правильно чи ні? Може, є якась різниця між цими? Будь ласка, вам слово. Да, это правильно. Она называется скандинавская ходьба, нордическая ходьба. Пришла она к нам из Европы уже. Родилась она в Финляндии. Родилась она довольно-таки неожиданно. Там очень сильная школа лыжного спорта, лыжники. И при летней подготовке они проводили большие тренировки на, ну, бегали по местности и начали буквально, тяжело им стало, болели мышцы, суставы, и тогда тренер начал думать, как же им придумать, дать, облегчить это дело. И им дали, сделали палки. Тренер долго думал, поручили научному работнику сделать, подобрать размеры этих палок, высоту их, это, они взяли две швабры и начали по двору с этими швабрами экспериментировать. И экспериментальным путем определили высоту этих палок. И когда спортсменам дали эти палки, они начали с ними бегать. Бегать. Когда они бегали, потом, когда они стали на лыжи, они оказались на голову выше всех. То есть, когда их определили, то есть их функциональное состояние оказалось на порядок выше тех лыжников, которые занимались другими видами общефизической подготовки. Вот. И потом у него родилась идея, он сам научный сотрудник, этот финн, и он решил внедрить для населения. И вот в Норвегии, Финляндии, там в этих северных странах, там 80% людей ходят с палками. Так, ну от вони ходять, ми дивимося, як вони ходять, і нічого не розуміємо. Тому що збоку, от дивлячись на це, да, зі сторони здається, що ніякого навантаження немає. Да? Ну іду я з палкою, там прискорююсь, пришвидшуюсь. Розкажіть нам, будь ласка, які м'язи, може, яке напруження, яке навантаження нам дає скандинавська ходьба, і одразу заскоч наперед, які мають бути правильні палки. Тому що ми ж не можемо, наприклад, взяти лижну і піти з нею. Або, як ви кажете, от зі швабрами взяли і пішли. От давайте розберемося в цих питаннях. Або просто підібрав і пішов, теж не підходить. Понимаете, от при обычной ходьбе ми йдемо, і у нас йде нагрузка на позвоночник, на все группы мышц. Когда мы берем в руки палки, мы, получается, снимаем нагрузку с позвоночника, с суставов, мы их разгружаем. Скажу ключевой момент, самое, в чем эффект скандинавской ходьбы, что работает 90% мышц. 90. Ого. Что такое 10%? Это улыбка на лице. Вот получается все 100. Да. И вот ключевое слово, одновременно в работу включаются все костные и мышечные ткани. Угу. Одновременно, равномерно, циклично. То есть, что, чего нельзя добиться, можно делать какие-то определенные нагрузки на определенные группы мышц. Это будет не это. Здесь оно ровно и мягко. Ровно и мягко, получается, разгружается. Нагружается верхний плечевой пояс, ритмично двигаются руки, работает грудная клетка, работает сердце, работает кардиопрограмма. То есть я просто расскажу свой маленький такой опыт, как я занялся скандинавской ходьбой, как это у меня получилось. Ну, я профессиональный спортсмен, занимался греблей много, когда спорт бросил, чуть-чуть вес набрался. И начали сильно болеть суставы, очень сильно. И я не мог для себя ничего придумать. Случайно, я прочитал, тут же позвонил. Оказывается, и сам не знал, у нас, оказывается, есть украинская школа скандинавской ходьбы. Руководитель ее Игорь Ефименко. Уже сейчас они создали Украинскую федерацию, общественную организацию, Федерация скандинавской ходьбы. И я ему позвонил, он говорит, приезжай. Я прошел обучение, он меня уговорил, чтобы я стал его представителем в Николаеве, обучал людей этому делу. Я сразу, только я стал, я говорю, так мы же этим занимались, когда гребли, мы ходили на лыжах, мы это.
И когда стал на палке, я почувствовал, вот получаешь удовольствие. Разгружается верхний пояс. Мы как бы становимся не на две ноги, а на четыре. Мы переносим с ног, отсюда переносим на верхний плечевой пояс. Мы берем вот эти палки и равномерно с ними идем. То есть, а от саме палки, розкажіть трошки, як їх підбирати правильно, можливо, який треба? Значить, палки зараз вже індустрія заработала, появилось їх дуже багато. Тобто є наша українська школа, Ігор Ефіменко, опять же повторюсь, який займається поставкою сертифікованих палок в Україну. Тобто це палки в основному європейського, європейські, німецькі, австрійські, фінські. Вот это карбоновые палки, облегченные. Что такое палки? Значит, есть уже подобранная четкая методика, которая подбирается под рост человека. Это коэффициент 0,68-0,7. То есть рост умножается на этот коэффициент, и получается высота палок каждому человеку индивидуально. То есть, когда человек стоит ровно, держит руку в прямом угле, вот эта длина... Получається длина палки. Ага. Тобто це має значення. Наприклад, якщо ми не розрахуємо цей коефіцієнт, і я у подруги візьму і скористаюся цією палкою, мені ефективності від тренування буде. Буде ефективність. Але це вже підібрані оптимальні вже от ці всі розміри. Понимаете? Тобто скандинавська ходьба, чим здесь вона, чим ці палки? Це ми, приобретая один раз ці палки, ми покупаємо собі і фітнес-зал, и спортивный зал, и все. Мы себя обеспечиваем, мы в любое время их взяли и пошли. В любое время, даже есть 15 минут где-то обеденного перерыва, взял человек и пошел. И получил хорошую, адекватную нагрузку. Дуже багато безліч запитань до вас. Давайте коротенько. 450 калорій обіцяють, що ми можемо скинути під час ходіння. Скільки має тривати тренування? Скільки воно повинно тривати за час? Совершенно верно, да. Оптимальне время 30-40 минут, 3-4 рази в неділю. Нічого, крім пользы, не дасть. А так. Тобто польза, тобто люди становятся... То есть настолько получается дозированная нагрузка, что вот проходишь 30-40 минут, чувствуешь себя, вроде ничего не болит. Сел и чувствуешь каждую свою мышцу, каждую точечку тела чувствуешь, как она получила дозированную, такую оптимальную нагрузку. Это ничего, майже спортзал заменяет. Так, это человек навсегда себе покупает на всю жизнь фитнес-зал, спортивный зал, все что угодно. Он не привязан ни к какому расписанию, ни к чему он не привязан. Он взял эти палки и пошел. Я маю ходить с тренером перші заняття? Маю обов'язково бути тренер для того, щоб правильно освоїти техніку? В принципе, вот смотрите, само слово ходьба, здесь ничего не надо выдумывать. Это ходьба. Беремо и ходим. Да, а берем и идем. То есть... Единственное, что мы делаем, правильно подключаем палки к себе, то есть адаптируем. Конечно, да, первое занятие действительно надо пройти с инструктором. Одно-два занятия достаточно, чтобы обучиться. Тогда эффективность от этой ходьбы будет в разы выше. Даже вы вот так взяли и пошли, вы все равно пойдете. Здесь ничего, те же движения, те же все. Только мы включаем палки, разгружая свою... Осанку, поясницю ми робимося ровним, стройним з цими палочками, і ми йдемо. Це корисно, це ефективно, я вже не сперечаюся, погоджуюся дуже коротенько, 30 секунд, як в Миколаєві, у нас зі скандинавською ходьбою. Я знаю, що і парк спеціалізований відкривали, що і вік, от хто, кому більше подобається за віком скандинавська ходьба у нас в Миколаєві? От самих маленьких до самих взрослих. Шикарно. Тим більше людям, для людей пожилого возраста, когда уже снижается активность, замедляется реакция. Палки для них просто необходимы. Я вот 2 года назад был в Германии, я просто удивился. Мы приехали на соревнования по гребле, там гребной канал. Смотрю, какая-то туча людей. Так. Там расчерчены дорожки, размечены расстояния, они собираются. Посидели, поговорили, пошли вот так по кругу, вот прямо. В городе идешь, старики с палочками, они с ними ходят, рюкзак за плечами. Так, будемо і ми собі популяризувати обов'язково. Я обіцяю, що я з першого тепла спробую. Дякую вам, Віктор Димов, інструктор зі скандинавської або нордичної ходьби був у нас в гостях. Тренуйтеся, будьте здоровими.